Спасатели обнаружили 2 бортовых самописца упавшего на Тайване самолета компании TransAsia Airways. Расшифровка черных ящиков начнется уже сегодня. Напомню, самолет ATR-72, выполнявший рейсы из Тайбэя на архипелаг Диньмэнь, при взлете задел эстакаду и упал в реку. Всего на борту находились 58 пассажиров и членов экипажа. По последним данным, в результате крушения погибли 23 человека. Судьба еще 20 остается неизвестной. На месте происшествия работают спасатели.